В Люберецком дворце спорта «Триумф» прошло торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года. Творческие коллективы округа приготовили для люберчан массу сюрпризов. И самый красочный и масштабный из них – новогоднее театрализованное представление «Снежная королева». Заполненные трибуны, красивые декорации и выступления лучших коллективов округа. Построенное по мотивам сказки «Снежная королева» новогоднее представление в Люберцах в этом году было особенно волшебным. Даже глава округа Владимир Ужицкий отвлекся от работы и поздравил люберчан с наступающим праздником. И вы знаете, я сам себе задаю вопрос, каким же год был 2017? Конечно, год в чем-то сложный, в чем-то, наверное, тяжелый. Но в чем-то он был для нас предельный и успешный. Я искренне желаю добра, здоровья, благополучия. Пусть ваши самые сокровенные мечты сбываются. Пусть каждому повезет. И тем, кто присутствовал на празднике, уже повезло. Повезло увидеть всю красоту театрального представления «Снежная королева» с известными персонажами. Скажи, а ты правда не боишься «Снежной королевы»? Конечно нет. Выдумки то все. Сказки. А я бы не стала над ней смеяться. Может, это морозный узор на стекле? Ее лицо. Помимо актерской игры, представление было наполнено песнями, танцевальными номерами. И все они были взаимосвязаны между собой, продолжая историю одной сказки. Я хочу, чтоб принц, распрекрасный принц, не читался на этой прелуге. Зрители с большим вниманием наблюдали за тем, что происходит на сцене. Ведь в этот вечер для них было подготовлено много сюрпризов. Например, депутат Московской областной думы Игорь Каханый спел песню со «Снежной королевой». Также большим подарком для гостей стало выступление всеми любимой группы «Иванушки Интернешнл». Подобные праздники в канун Нового года в Люберецком округе проводятся ежегодно. Меняется лишь их сюжет, но цель одна – создать жителям праздничное настроение. Анна Троян, Мария Антонова и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.